цыганского ансамбля «Русско-Рома» началась в далеком 1990 году с выступлений в одном из частных ресторанов Москвы. Группа начинает активно гастролировать, выбирается за пределы России и принимает участие в фольклорных фестивалях в Польше и Чехии. Гастролирует по Италии, Германии, Франции, Испании и США. В 1995-м продюсером группы становится поэт и композитор Виктор Чайка. Результатом творческого сотрудничества стал первый альбом группы под названием «Бричка». В 1997-м музыканты знакомятся с композитором Виктором Матецким и записывают второй альбом «Москва-Красноярск». Почему альбом назвали именно так? Музыканты отвечают, потому что запись второй пластинки проходила в постоянных переездах из Москвы в Красноярск и обратно. Да и просто в дань уважения к замечательным людям, которые там живут. В 2000 году вместе с Дмитрием Маликовым группа «Русско-Рома» записывает песню «Птицелов», которая в течение года не покидала двадцатку национальной золотой граммофона «Песня года». Тогда же был выпущен коллекционный альбом «Лучшие цыганские песни и романсы 20 века», в который вошли 7 песен из репертуара «Русско-Рома». На сегодняшний день музыканты заняты записью третьего альбома, который должен увидеть свет уже в этом году.